Я на автовокзале без 15-11 время. Вроде бы я там посмотрел расписание. Вроде бы автобус на 11 есть. Сейчас посмотрим. Итак, ваша самостоятельная поездка в Демре начинается с автовокзала от Гарантале и Лчилир терминал. С этого же терминала автобусы идут на Аланию, на Кемер. Итак, автобус на 11. Там вот у нас на той платформе, самой крайней, стоит наш на Аланию. Здесь вот наш, который Демре, Каш, Кумлуджа, Финики. Вроде бы людей немного в автобусе, мы сейчас посмотрим. Хотя пол автобуса, наверное, точно есть. 180 серпантинов предстоит проехать, город Помидор и так далее. Много всего интересного. Вот эти кемерские горы, которые видно с отеля было. Почти. Бабушка на полу даже села. Но есть там места свободные, пару мест. Буквально автобус маленький, не такие, как ездят на Аланию. Пока только с Кемера выехали, уже немножко надоело. Я не представляю, как он будет по серпантинам ехать, сколько это продлится. Сетища остановились. Получается, вот эта гора, которую я вижу с отеля в Анталии, она в районе Текирова находится, Кемер. Вот мы ее проехали сейчас. Красотища тут потрясающе. В этом месте, кстати, ни разу не останавливались, когда ездили. А, ну да, мы же останавливались там, где песик, когда экскурсиями ездили. Это автобус рейсовый. С видами такая площадка, кафешка с шикарными видами. Сейчас посмотрим. Ну, пока еще не устал, но мы только Кемер, по сути, проехали. Да, вид тут потрясающий. Жаль, что мы здесь не останавливаемся, когда едем экскурсии. Такой вот автобус. Очень красивое место, и смотровая площадочка, там кафешка со смотровой площадочкой. Ну там, где собака у нас, где мы останавливаемся, когда едем на экскурсии, там лучше виды даже, чем здесь. Там сейчас солнце, ничего не видно. Город Финики, сейчас его увидел немножко больше, потому что заехали на автостанцию. Люди, это реально рай. Я вот показывал все мои экскурсии, когда мы проезжаем, здесь лучшее море, оно не загажено, оно такого цвета просто непередаваемо. Здесь такая речечка классная, такие эти вдоль речки, набережные. Ну, короче, вообще просто огонь город. Он такой небольшой, вот уже горы здесь сразу практически. Просто суперский. И много здесь отелей, и надо обязательно будет сюда приехать. Собираюсь уже давно, в принципе. Все смотрю и восхищаюсь им. Какая же тут красотища. Вот это вот такая набережная идет вдоль речечки какой-то, которая в море впадает. Горы, такой среди гор. Тут тоже вот уже ближе к морю парки всякие прогулочные. Сейчас вот яхточки будут стоять. Красотища нереальная просто. Вот город именно такой, действительно. Ну, хотя, думаю, наши туристы уже сюда потихоньку, наверное, добрались, но и здесь очень мало будет. Отели, смотрю, по первой линии, далеко от моря, напротив. Отелей довольно много. Какая красота, цвет воды здесь просто. Такого нет, я не знаю. Даже в Кемере такого нет. Вот здесь бы я хотел жить. Но здесь, может, в каком-то плане немножко скучновато. Хотя, думаю, не скучнее, чем в Алании. Но
зато действительно тут, смотрите, какое уединение, райская природа, вообще просто огонь, какого цвета вода здесь. Это вот кто плавал в открытом море, купался, когда на экскурсию эту ездил в Демре, вот в таком море вы купались, вы знаете. Сейчас серпантины начнутся за финиками. Время 1:20. То есть довольно быстро, считаю, мы сюда доехали. С 11. Вот он, люди, настоящий рай.
уже это замахался по этим серпантиночкам, однако. Но вид этот успокаивает. Если бы были серпантины, не было такого вида, оно бы не было так интересно ехать и так спокойно. А так вот просто едешь и любуешься этим всем. Все, еще раз всем спасибо. Напоминаю, что это была дорога у нас серпантинчики от Финики, города Финики, до Демре. Скоро уже будет Демре. Конечная цель моей сегодняшней поездки. Я даже не ожидал, что так резко и быстро. Сейчас указатель только я выключился, вот с вами разговаривал. Прошлую часть посмотрите, где амральские места показывал. Тут они продолжаются, только уже без скал, тут можно купаться. Это уже Демре был указатель. Мы едем уже по Райскому морю в городе Демре. И сейчас мне уже выходить, мы уже приехали. Время, сейчас скажу сколько. Действительно круто, очень быстро он доехал. Но он так несся по серпантинам, водитель просто красава. 13:56, время шикарно. Получается, ехали мы ровно 3 часа. Но так никто с такой скоростью не ездит. Ни один большой автобус, ни один микроавтобус. Мы по серпантинам пролетели. Я все смотрел на этот автобус, думаю, как же мы будем ехать. Мы эти серпантины просто пролетели. Люди, настолько здорово он едет. Вообще молодец, красавец просто. Вот водитель. Бурные аплодисменты. Молодец вообще. Я тут сам, тут уже и на мне сидели, и на полу сидели. Люди входят, выходят. Сейчас вот я тут один остался сзади.